Я, кстати, вот с кем тут общаюсь, еще ни один человек не сказал, что я там очень расстроен, что сюда приехал. Все Да, говорят, все такого, а хорошо. такого никого не Люди найдете. постоянно сюда А ездят. потому что я вот в Египте 6-й раз, я сказал жене Насте, говорю, я сюда вернусь по-любому. Вот. Зависимы. Вы подходите всегда так, у вас нет такого там хорошо, плохо, вы просто вот показываете ситуацию. Не очень приятно реально. Спасибо. Всем добрый вечер. Смотрите, где я нахожусь. Отель Домина Coral Bay Resort Sharm El Sheikh. Мега огромный отель, просто мини-город. Отель Домина Coral Bay. Многие меня говорят, пугали, говорили, там заблудишься, такая огромная территория. По сути дела, все тут нормально, не заблудишься, и во всем можно разобраться. Обязательно посмотрите эту серию, еще будет после этой серии еще одна, и вы получите очень полезную информацию. В этой серии покажу вам, какой ужин, какая анимация, пообщаемся с моими подписчиками, которые здесь отдыхают, они более детально кое-какие вещи объяснят. Отель очень непростой и заслуживает внимания. Знаете как? Вообще территория большая. Я по ней по всей не ходил. И я считаю, что нет смысла с самого начала ходить, что-то там искать, искать, искать. По сути дела, все понятно. Ресепшн, ресторан, подогреваемый бассейн и пляж, понтон. Понтон и пирс. Там пирс сначала идет, потом понтон. Как бы ничего там сложного нет. Если отталкиваться от пляжа, то ты понимаешь, где ты, по сути дела, находишься. То есть отель идет вдоль пляжа, он такой длинный. Можно по нему там ходить. Ну, по сути дела, что вы будете там смотреть? Похожие корпуса, которые практически все одно и то же. Мы завтра еще походим. Может быть, есть какие-то интересные там локации. Люди ищут какие-то дополнительные бары, которые за деньги. Ну а смысл? Основной ресторан. Если вы берете домину бюджетную, основной ресторан, там еды достаточно. Дополнительные бары какие-то и не надо. Нет, конечно, тут я пока не нашел перекуса бесплатного, где картошка там фри и так далее. Но по сути дела, это не главное. Море шикарное. Пляж береговая, отлично, я с большим удовольствием понырял. Мне понравился и завтрак, мне понравился и обед. Ужин сейчас будем смотреть, анимацию тоже будем смотреть. Есть моменты, за которые хотят деньги, возле понтона, красивые такие белые шезлонги, там как кровати. Ну, по сути дела, вы можете прийти на понтон, лечь себе на шезлонг, если он свободный, лежать, загорать. Можете пройтись дальше по пляжу, там бесплатные шезлонги, и лежите, потому что есть такие, которые стоят 20 долларов. Но смысл платить даже 20 евро, смысл человека платить 20 евро. Конечно, если кто-то хочет, тот может, там есть и питание там дополнительное возле этого пирса, ну и возле другого пирса тоже там есть хот-доги и картошка фри, ну я не вижу смысла. Нахожусь здесь полдня, грубо говоря, с утра приехал, сейчас вечер, у нас вот уже начался, сейчас по египетскому 6 часов, по доминскому, тут итальянское время, 19:00, с 19 до 22 у нас сейчас начался ужин, уже начался. Я сытый здесь, без всяких там дополнительных ресторанов, я сытый как слон. По номеру все нормально. Вот эти двери, как обычно, там какие-то там проблемы, тут все работает. Все как бы прикольно. Вот видите, цвет оригинально. Тут белое, тут синим сделано. Стула тоже, видите, такое вот тоже. Комаров много, не знаю, кто до меня здесь был, напустил комаров. Телек огромный, за телеком большое зеркало. Что тут еще? Кондер, непонятно, как он там работает, пока он не особо нужен, но он как-то так, я не могу с ним разобраться.
Сам номер нормальный. Потому что говорили старинные номера, не знаю, мне попался номер нормальный. Так, смотрите, кто не видел предыдущие серии. Все аккуратно. Зеркало, косметика. Мне нравится вот сам душ. Ты заходишь, все, видите, вот такая, вроде бы ничего особенного, да? Но она как-то так хорошо так закрылась. И вода, знаете как, вначале, когда вы пришли, открываете, думаете, ну все, папандос, смотрите, вот я открываю, воды нет, видите? Думаешь, ну что такое, куда я попал? Видите, воды нет? Вот я еще там кручу. И вот еле-еле только пошла, то есть, блин, запоздала вот это, откроешь и ждешь секунд 20, там 30, там вода пошла, то есть немножко так... Вначале был испуг. Вид там ни на какой, ни на бассейн, ничего. Вид обычный, но вдалеке видно море, если выйти. Не, да, видно там вдалеке. Ну, в общем, вид у меня с... Тут, короче, там обычно. Я уже закрылся, тут нечего смотреть. Нечего смотреть. Все, в общем-то, сейчас идем... На ужин посмотрим, какая анимация. До трассы, если выйти, 1,5 километра, можете сесть в маршрутку. То есть, ну и потом все расскажу. В общем-то, интернет есть тут, но я пользуюсь мобильным интернетом. Люди сильно так волнуются интернетом. Смотрите, но если вам сильно нужен интернет, он стоит, грубо говоря, там $10, там минимальный там пакет взяли и пользуетесь. Понимаете, весь отдых пользуйтесь. Если все говорят, ответь, что там с интернетом. Да возьмите $10 симку и никаких этих вот, не надо думать, как, что там с интернетом, если так уж интересует. В каждом отеле практически есть интернет, чтобы вы могли написать родным и близким, что вы долетели. Если вы хотите вообще как бы быть на связи, то покупайте симку, да и все. Но вот такие отели, как этот, тут должен быть Wi-Fi по всей территории, я позже про это расскажу. Удобно то, что отдельно, короче, свет работает не от карточки, то есть кондёр, там освещение, зарядка, все, в общем-то, без карты все работает. Отдельно ключ на сейф у меня, и так, по территории тут не сильно освещение. Не видел я здесь тут огромное количество бассейнов. Еще завтра посмотрим. Мне пишут многие насчет того, что что-то платно, что-то бесплатно. Да то, что бесплатно, его достаточно. Есть бары, кафешки тут эти. Есть бары, которые за деньги, а есть, которые бесплатные. Бесплатных вот так выше крыши. Вот, скорее всего, восьмую там домину делают. Но понимаете как, по сути дела, если разобраться, они как сиамские близнецы, вот так визуально если смотреть, они как сиамские близнецы. Я пока отличия не вижу, где какая домина, просто такое огромное все территория, да и все. Она идет вдоль пляжа в основном. Здесь у нас тоже вот платно, пицца за деньги, вот сюда можно зайти. Пиццу минимальная, по-моему, $8 стоит. 8, 10, 11, я так вам сказал. Но есть приложение, вы когда сюда приезжаете, вы можете как бы приложение, там много чего посмотреть. Вам девочка скачает. Здесь у нас будет шоу-программа позже. А я сейчас направляюсь в главный ресторан на ужин. Я дело в том, что не путаюсь, потому что того, что бесплатно, достаточно. Вот и все. Вот подогреваемый бассейн здесь. По-моему, 28 с чем-то градусов. Я сегодня замеры делал. Море 25 градусов. По территории без замечаний. Чисто, убрано.
не гремит громко музыка на пляже, такой релакс. В общем, находиться здесь приятно. Вот тоже там что-то за деньги бар. Поэтому вот он. Тут можно дополнительно, кто хочет что-то заказать. Ну, сейчас посмотрите, какое питание в основном ресторане, и то есть нет смысла никуда еще идти. Куча магазинов. Очень много, кстати, магазинов. Не знаю, как они тут все работают, но тут прямо какой-то мегаполис. Прямо как в Намабэй тут. Идешь одни магазины. Так, а вот сейчас у нас основной ресторан. Я, в общем-то, не сильно спешил на открытие идти, опаздываю. То есть пришел на полчаса позже. Как раз хорошо, люди самое основное разберут. Сабах аль-хайр. Не, масса аль-хайр. Да. А ну, вот так. Мясо? Мясо. Ага, понял. Мясо это подлива. Сейчас пробежимся, покажу вам, что тут на ужин есть. Ух, класс. Такая пицца у нас. Готовят пиццу. А здесь сыр, сухарики. У меня уже аппетит разыгрался. Ресторан большой, светлый. Смотрите, как красиво. Вот здесь вначале готовят пасту. Вот с грибами, сыром, лайм, специи. Угу. Сливочная палетка. Интересно, надо будет попробовать. Так, здесь были баклажаны. Это у нас курица. Здесь первое блюдо, суп. Вот еще паста с фасолью. Здесь лазанья с говядиной. Это вареный рис. Овощи, картофель, гратен с пармезаном. Все девочки здесь. О, тут мороженое у нас, смотрите, белое. Отлично. Ну, подача красивая. Вот сейчас покажу, какие сладости. Надо будет попробовать. Я уже давно ничего не ел такого. Вот, кстати, аппетитный такой торт. Сладости. Клубника, винограда, манго, яблоко. Так, сейчас покажу, какие фрукты: финики, апельсин, дыня, гуава, яблоко, гранат. То же самое, что на обед было. То же самое, что на обед. Так, здесь у нас, смотрите, орехи, пончики, сахарная пудра, изюм и шоколад. Угу. Фисташки. Отлично. Так, а здесь готовят. Что-то готовят.
Фалафель, да? Арончини. Рисовый шар, шарики, арончини. Арончини. В ресторане, смотрите, все нарядно, светло и красиво. Здесь разные салаты. На вкус и цвет. Помидоры, огурцы, перец, фасоль, грибы. Ну, тут, кстати, очень много добавок разных, и оливковое масло, и всякие соусы. В общем, большой выбор. Колбаса, ветчина, сыр. Интересно вырезали с арбуза. Баклажаны, кабачки. Есть бар, там бар с одной стороны, здесь другой, чтобы очереди не было. Соки, напитки, кофе, чай, пиво, вино и египетский алкоголь. Забывайте, на улице тут готовят, сейчас что-то возьмем. Так, вот я верблюд. Так, ну вот я взял, сейчас будем пробовать. Сейчас овощи еще возьму. Покажу еще детское меню, что здесь для детей. Отварная курица, лазанья, макароны, картошка, овощи. Все здесь. Дело, подача неплохая, все красиво, аккуратно. Я вот, смотрите, какая у меня поляна. Овощи, тортик, колбаса, сладкий сыр, апельсины. И, в общем-то, мясо. Сейчас будем все это пробовать. Все, всем приятного аппетита. Так, смотрите, кого я встретил. Добрый день. Моих подписчиков. Да, мы стоим в очереди. В домине. За мясом. Сейчас это ресторан Coral. Я каждый день смотрю просто YouTube, всегда смотрю объективные отзывы. Спасибо вам за это, за вашу работу. Очень приятно, я всегда смотрю. Спасибо. Потому что независимо, вы подходите, всегда так, у вас нет такого там, хорошо, плохо, вы просто вот показываете ситуацию. Мне очень приятно, реально. Спасибо большое. А вы какой день отдыхаете? А мы уже какой день отдыхаем-то, у меня жена Настя. Да, ну и как день. Вам отель? Ну, в целом, хорошо. В целом нормально. Ну, тут надо сложно разбираться, потому что тут сеть отелей, 7 отелей, как бы, и вот сложности вот надо. Мы вот... счастливы здесь, вы да. Просто не поверите. Ну, я, кстати, не разбирался. Я, в общем, все просто. Вышел, вот один ресторан, которым я пользуюсь. Да? Вон пляж, ага. И все, я особо ничего не путешествую. Вот, а никуда. Там есть пляж, этот, как это, ресторан Гарема. Есть Иль Гардиан, там тут получается три ресторана. Он... А вы в каком отеле вообще заселились-то? Базовый. На А называется. Аквариум, Аквамарин. Аквамарин. Это центральный да. Получается. У вас есть. Для меня все просто. Я думал, тут буду путаться. Все вообще просто. Легко. Я ничего не ищу. А потому что у вас вы в центре находитесь. У вас да. Центр. А мы находимся. У нас Белла Виста, это рядом получается там правая сторона. Вот. Ну и как вообще там? Ну, в целом, хуже, там чем тихо. Аквамарин. Там спокойно. Ну, там тихо. То есть здесь у вас получается центр, тут движуха, как бы вот магазинчики, бары, вот все тут здесь. А там тихо вообще. Спокойно, тихо. Такое ощущение, что как будто народу нет. Ну, я смотрю, что глаза у вас счастливые, вы довольны. Я доволен. Так я доволен, что я вас встретил. Я потому что каждый день вас смотрю, я просто в шоке смотрю, и вот тут стоит. Так, как зовут вас? Андрей. Андрей. Анастасия. Ага. Откуда приехали? Мы из России. Какой город? Из Ижевска. И сколько тур, если не секрет, стоит? 148 тысяч. Нормально, да? Вообще. Нормально. Ну, перелет дорого получается. У нас... сейчас еще дешевле есть. Я вам писал тогда, вот тоже комментарии, если вы мои читали, там, я писал, говорю, вы пишите, ну, допустим, в отеле заселение столько-то долларов. В
блин, ну для нас это не работает. Вы все время говорите там $50, $60, $70. У нас так не работает. Мы платим же, покупаем путевку, ну, да. То есть у нас пакет. И получается, мы платим, мы заплатили за 7 ночей 150 тысяч, допустим. Вот. И вот вы читаете. $1500. Да, $1500 получается. Угу. Вот. Супер. Можете камеру здесь выключить. Шикарно. Море, я просто, тёлка, Так я просто вообще удив. Вот взял добавку. Очень вкусная говядина. И вот эти гренки мне очень понравились. Вообще питание очень вкусное. Но ребята, подписчики говорят, что тут и чебуреки часто бывают. Ну, оно ж каждый день что-то новенькое. Я в разнос пошел, взял мороженое. Повидло не хватает какого-то сюда. Сейчас кофе надо найти. Вон кофе, кстати. Ну, приложение, чтобы там понять. Вот мы заходим и видим, что вся информация, да? Да, вся информация. Интернет, то есть... это здесь, да? Мы... Wi-Fi. Wi-Fi, да? Wi-Fi. Ну, все территории ловят? Ну, я на видео это не могу сказать, но как бы тут очень с ним сложно, тяжело. Сложно, да? Я научился, знаете, как я сходил на ресепшн, и там, когда мне настроили, я все просто пароли сохранил и сам восстанавливаю его. На самом деле вот... Вылетает часто, да? Вообще вылетает просто. Все люди ходят в отель и говорят, Wi-Fi нет. И мы с женой уже молчим. Я говорю, Wi-Fi есть. Никому, говорю, не рассказывай. У меня Wi-Fi есть. Вот, смотри, допустим, вот ежедневные экскурсии, да, к примеру, там. Вот, допустим, полностью все расписано. Это реально все работает. Это проверено. То есть, где на главном пляже мероприятия, допустим, вечером там. Вот, допустим, мы ходим обычно вот сюда, вот, живая музыка, коралловая бухта. Поют итальянцы, то есть тут в основном 80% это итальянцы, 20% русские. Ну, а я сказал 50 на 50. А нет, 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 нет. А я спросил, тоже говорю, думал, русские как бы там, нет, говорит. Не, я по людям так прошелся, смотрю 50 на 50, значит я ошибся. Одни итальянцы. С нашей стороны, видимо, там очень много итальянцев. И вот, допустим, мы, у нас там, у нас даже в отеле одни итальянцы живут, хотя они любят этот отель. Все расписано. Белла Виста, да, у вас? Белла Виста, Белла Виста, да. То есть, но она была чуть-чуть дороже. Вот я когда бронировал. Дороже была? То есть чуть-чуть дешевле. Она самая бюджетная, кстати, да, в замен. Вот. Потому что мы тоже брали тогда. Я не понимал, что это. Я думал, что это домино, вот проблема. Но, если честно, очень шикарная отель. Ну, да. Вот там такое помещение шикарное. В том плане, на будущее Белла Виста. Да. Я сейчас буду реновация, ну, и вот у нас, допустим, номер, да, он с видом на море просто вообще. Это мы просто сидим. Ну, шикарно, шикарно. Я сейчас покажу даже, у меня же фотка. Отель шикарный, реально. Место потому что новое. мы были когда... Телевизор новый. Если раньше показывали видео, там старый телевизор вообще шикарный. Мы были летом. Вы там тоже, кстати, были. Вот вы прям за нами ездите. Нет, ну не прям вот мы были Кирасайс премьер. Расскажи, вот пока я ищу фото, покажу это. Кирасайс премьер отличается от этого отеля тем, что там есть горки. Шикарнейшие, это просто сказка. Тут, кстати, горок нет, да? Нет, горок нету. Единственное вот отличие. А здесь огромнейший плюс этого отеля. Здесь не нужны коралловые тапочки. В море можно заходить с понтона, и вообще они не нужны. Песок – это сказка. Камушки, ракушки – это сказка. И просто вот ногу поранить нереально. Вот у нас вид из номера. Прямо на море вот. Если ну, шикарно, видно. Да. Шикарно. У нас прямо вот мы выходим, это прямо удовольствие. Вот мы просто вот ради этого стоило сюда приехать, потому что вид на море. И ну, отлично. Вот мы когда были еще в этом Кирасайс премьер, мы там тоже были, потом буквально через недельку на самом деле. И вы там говорите, о, ну все, хорошо, тут хорошо. Ну блин, аквапарк это, конечно, супер. Вы там катались каждый день. Да, аквапарк смотрю, нормальный, ребята, да. Помните? Да, да, да. Я смотрю каждое ваше видео. Еще даже вот, который последний там, Юни Шарм сбежали, не было еды. Ну да. Я все смотрю, там говорит, нет еды. Здесь все есть. Здесь очень хорошо. Надо просто вот тут уметь. Работать с сервисами, с интернетом, как бы уметь пользоваться всем этим, знать. Опять-таки сейчас вот наступит время, сейчас вечер.
мы пойдем музыку слушать каждый вечер. Я с вами там пойду, покажете где. Хорошо. Все, в общем, я с ребятами буду заходить. Все, потому что... Хочу рассказать. Вот ребятам дали карту, завтра я вам покажу вот этот ресторан. Это отель «Гарем», да? «Гарем», а ресторан «Спайсис». И еще где тут... Ресторан. Это Иль Гардиан, вот это вот Иль Гардиан. У нас получается три ресторана, мы сейчас в этом, да? Coral, да, Coral здесь. И какие лучшие вообще рестораны? Ну, знаете, вот это на вкус, на цвет товарища нет. Нравится. Ну, а? Все хорошие, нравится, да? но мне больше Coral и Гарем нравится, честно говоря. Вот этот и вот да, этот. Да, да. Иль Гардиан там грязновато. Ну, все, а завтра мебель посмотрим. Мебель завтра старая. Посмотрим. Все, там спасибо. Там мебель, там столы, там покрытие идет, и краска открывает. Вот, пожалуйста, схема. Короче, будем выходить мы с ресепшн. Тут будет ездить трансфер, ну, да? Да, вот здесь вот, нет, ресепшн центральный, вот здесь, ага. Вот центральный, где вот вход был, вот, здесь та входит. Маршрут 1-2 это на Гарем, а 4 это на Иль Гардиан. Ага, все, спасибо. Вот, ну, пожалуйста, чем я еще могу вам что-то рассказать? Вот я мороженое взял, тут и фисташки, и шоколад, в общем, и пудра такая сахарная. Ребята мне завтра покажут, еще посмотрим рестораны, какие здесь бесплатные. Сверху тут на втором этаже бар тоже я вам покажу сейчас после ужина. Ну и шоу-программу будем смотреть. Короче, тут смотреть очень много. Еще что смотреть, поэтому завтра будет... Очень полезное видео. И фисташки, и лесной орех. Ну, вообще, короче, высший пилотаж. Вышли с ресторана. Я лично поужинал с большим удовольствием. Все вкусно. И, в общем-то, ну, высший пилотаж. В общем, и сухарики вот эти вкусные я попробовал. Тут получается непростой отель, как мы вот сейчас разобрались. Очень непростой отель. Вот тут карта, надо, чтобы каждому посетителю отеля вот давали такую карту. И объясняли, что, куда, для чего, потому что, по сути дела, я как обычный турист сегодня заехал. Информации ноль, девочки никакую информацию мне не дали. Тише, это Гарем, то есть тут 7 отелей, вот они расписаны, видите, так, а вот это территория, это что такое? А, это элитные домики, это бунгало. Здесь вообще сюда даже въезда нет. Ничего себе. То есть это надо отдельно покупать. Так, а соленое озеро мы можем ходить сюда? Мы можем только вокруг него ходить, ну, посмотреть. А плавать в нем нельзя. 2 миллиона долларов, да, в него вложено? Да. Ничего себе. То есть это очень большая территория. А здесь получается отель, там где спа, да? Это Элизир. Элизир. Вот видите, тут далеко. Гарем, аквамарин. Вот сейчас это Гарем, вот это красненькое. Аквамарин это вот синенькое, как у вас, Вячеслав. Получается, это Kings Lake, это соленым озером, то есть посетители могут пользоваться услугами. Потом Гарден идет, Оазис, Белависта, Престиж, Султан, Элизир, все. Так, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, Гарден как таковой сейчас почему-то он не позиционируется. Они с Оазисом вместе его. Говорят, 7 отелей. 7 отелей. 7 отелей, да. Ну, видимо, не поменяли еще эту брошюрку. Угу. Вот. И тут находится три ресторана а-ля-карт. Это получается Иль Гардиан, Coral, вот сегодня день Вячеслав кушал, и получается ресторан Spices. Вот здесь вот. Завтра посмотрим да. Этот ресторан и потом посмотрим этот Иль ресторан. Гардиан, да. Маршрутки ездят сюда, вот, соответственно, вот даже у меня пометка, это нам писали на ресепшн. 1-2 это Тафтаф ездит, соответственно, это Гарем, а 4 это Иль Гардиан. Вот, то есть, ну, в принципе, все понятно. Так, а по пляжу, где лучше всего? Так, вот, значит, мы купались на центральном пляже. Там песок. На центральном пляже песок. Потом у нас пляж Султан. Вот мы, ну, где мы были конкретно, пляж Султан. Здесь такая, мелкая как галька. Мелкая галька, такой песочек, такая, как камешки, такие камешки. Очень вот. Приятно, и там да. Ходить. Вот. Ну, здесь, конечно, вот здесь вот риф побогаче. Ага, вот здесь, вот да? Здесь вот, да, именно пляж Султан. Потому что здесь, видимо, ну, центральный, как бы, не так, рыбы не так. Здесь прям вообще очень красивый риф, прям сказка. И вот здесь вот есть еще пляж Султана,
вернее, Корея, мы здесь уже. Мы здесь не были. Ну, тоже, говорят, очень хороший. Ну, посмотрим. Но зато все, кто с гарема, почему-то здесь мы встречаем. Надо потому, обязательно завтра пойти сюда еще вот поплавать. Я рекомендую вот этот пляж, посмотрите. Вот это очень все, хороший спасибо. Пляж. Спасибо. Побережье 1,8 километра. Спасибо. 1,8, да? 1,8 километра, все побережье. Вот здесь живая музыка, бесплатно можно сесть и сидеть, слушать. Если что-то будем заказывать, это за деньги. Да, это за деньги. Ну, кстати, свежо, да, уже свежо, свежо. Прохладно. Да, сейчас надо кофту одевать уже. Ну, вот, да, не сейчас я пойду. I wish I was special. Nobody but I couldn't stay away. I couldn't find it. I hope you see your face. That you really mind the death of me. It isn't over. Вечером красиво, огоньки. Тут позже немножко будет у нас шоу. Там у нас живая музыка. Я иду к себе в номер, хочу одеть кофту свежо в рубашке. Вот сцена, люди уже потихоньку собираются. Тоже будет что-то интересное. В общем, открыл для себя новый отель. Кстати, надо будет уже кондёр скоро на обогрев включать. Я что хочу сказать. Вот я встречаю постоянно людей в каждом отеле. Кто-то на видео там готов что-то рассказать, кто-то нет. Но все как-то меня рады видеть. Все как будто бы мы чуть ли не братья. Все как-то так с улыбкой. Как-то так очень приятно встречать подписчиков, очень. Ну, комментарии читаешь, там просто бывает какой-то ужас. Думаешь, да что ж такое там с людьми. А в реале все иначе. Вообще такие все добрые, приятные люди. Очень я рад, когда встречаю своих подписчиков. Хейтеров как-то я ни разу не встречал, хотя бы одного. Или там, или девушку, или мужчину какого-то хейтера, что подошел. Вообще ни разу не встретил. А вот даже когда, ну короче, ни разу не видел. А так люди очень приятные. Я пришел за кофтой, одеваюсь, идем смотреть, что тут у нас будет интересного в этом отеле. Значит, касаемо алкоголя, пива. Пиво, любой местный алкоголь, виски, там водка, джин, все что хотите, пожалуйста. Бары работают по системе All Inclusive, пожалуйста. Вот конкретно сейчас идем, называется бар Уперголы, это работает до 12.00, ну то есть до 0 часов по итальянскому времени, соответственно. Со скольки? С 10 утра. С 10 утра. Пожалуйста, здесь, тут очень все тусуются. Так, мы покажем, да, что вот здесь у нас ресторан, и вот так мы вот обходим по ступенькам и наверх. Да, и наверх. Чтобы люди понимали, куда идти. Да, да, да. Ну, это как бы центральный такой бар, то есть здесь все, здесь любой отель обслуживается сети, то есть, потому что отелей много, я уже говорю, всем отелей, любой отель, пожалуйста, приходите, ну, не знаю, зачем Coca-Cola Zero, ну, я сегодня брал Coca-Cola Zero, и в баре я брал, сейчас, не, сейчас холодно, надо кофе с молоком пить, ну, кофе, пожалуйста, кофемашину, угу. Кстати, кофемашины все, Nescafe, фирменные. Ага. Массаж хэйр. Капучино. Угу. Так, вот это у нас алкоголь. Ну, это местный, это бесплатно, да. Есть вино белое, красное и пиво, да? Бутылочное. Да, бутылочное строго стало. Как пиво вообще, кстати? Кстати, хорошее. Хорошее, да? 4,5 градуса. Ага. Все, кули тамам. Мия.
вообще вот в одни руки дают 4 пива. Да хоть сколько пива дают. Да. Тут вообще все. Сколько унесешь? Я сколько вот 4 мы где. Хочешь 6, еще 2 пива закажу. Ну отлично. Вообще, я тут отдыхаю, вот сколько подходишь, 2 пива, 3 пива, 4 пива, 5 пива, 6 короче, пива. После... Вообще все улыбаются, все наливают, вообще никаких проблем. После этого отеля, если поехать, да, в какой-то такой, где будут говорить, выпей это, потом налью другое, здесь, то будет уже... Знаете, здесь вообще такого нету. Я поэтому говорю, вот, я в Египте 6-й раз. Вот здесь вот я вообще никакого напряга не ощущаю. Вообще, подходишь к любому официанту. Я вот даже Камарилла, который там вот бар, это вот на главном бассейне, подходишь, я говорю, 2 пива. Он мне... Я тебе 3 налью, потому что бутылка 3 пива. Ну, отлично. Я даже не прошу столько. Вот вообще, здесь вообще вот в этом плане напряга никого нет. Любой алкоголь, сколько хочешь, пиво, кофе, все, что хочешь, все включено. Ну, отлично. Это реально все включено. Отлично. Может, посиди маленькую? Да. Добрый уже вечер. Все оделись, о! Утеплились. Короче, да, систему. Диплаб, да. Типа да. Всякие услуги за немалые деньги. По да. сути дела, ты как вносишь депозит, и не факт, что будешь этими услугами пользоваться. Да, потому что там идет такая сложная система. То есть принцип такой, как коротко объясню, чтобы люди понимали. Это идет, ты арендуешь долю в отеле по площади. То есть делится на количество недель в году, и ты как бы арендуешь одну неделю. Вот, допустим, по системе Диклаб там 258 долларов, они сказали, неделю ты как бы арендуешь. Но не факт, что ты воспользуешься, у тебя будет возможность поехать, возможно, ты работаешь там, или какие-то другие дела. Конечно, они делают промо-акцию, то есть бесплатно это все, дают пользоваться лежаками там, то есть вот этой системой, как бы ощутить ее. Но на самом деле, вот смотришь, когда приходишь на пляж и смотришь, да, людей-то нету в этом Диклабе. Заходишь в ресторан, их нету. Вы понимаете, поэтому... И когда я вопрос задал, а какой юр-адрес у этой организации вообще, с кем ты договор заключаешь? Они говорят, а юр-адрес находится в Италии. Договор такой заключается напрямую, пожалуйста, как бы. Ну, поэтому послушал, посмотрел и сделали, как бы решение приняли, что, ну, неинтересно для нас это, неинтересно. Так, а вот такой вопрос. Допустим, надо передвигаться по территории. Там, куда нам идти? Вот люди вот приехали первый день. Куда ему идти, где искать передвижение машинки вот эти? Да, когда заселяешься, дают обычно карту. Карту по отелю дают карту. Ну, видимо, не всем, как я понял. Вот. На этой карте обозначены основные точки, отели и объясняют автафы. Маршруты движения автафов. Но тоже, как таковых, нету их. То есть, есть... Выходишь на улицу, там остановочные пункты, наверное, может быть, обратите внимание или обратите. И есть написано название по маршруту. И я уже просто знаю, что, допустим, отель Гарем – это первый, второй маршрут. Если Иль Гардиан, то четвертый маршрут. Все. Больше как бы я не могу информацию получить. Когда я подходил на ресепшн, они то же самое мне сказали, что идите, смотрите просто по маршруту. Хочешь, нет такой схемы, как бы, вот, как бы централизованной, нету, просто не существует. Вот я заметил, люди все бегают, да, вот там сидят и бегают туда, взяли, опять идут да, туда, да, то есть да. есть там небольшой дискомфорт. Ну, движение все там, а ресторан там, это надо гонять. Ну, это гонять. Центральный ресторан, да, здесь. Угу. Ну, кстати, если интересно, то если были на центральном пляже, то там тоже... Лежаки, все хорошо, но сам бар All Inclusive, он находится вообще в стороне далеко. Да, в конце там, где... Вы там были? Спортивная площадка. Да, за спортивной площадкой. А вот там еще один понтон, что с него там? Вот еще один... Ну, большой самый, который... Пирс, это потом дальше маленький... Не, в конце его там, в конце. А, вот в конце. Да. Это что? В конце, это пляж отеля Султан. Это вот там, как бы, море хорошее. Понтон маленький, риф красивый, но там такая же проблема, то есть есть бар, да, на пляже, он идет платный, а кто по системе All Inclusive, надо ходить в горочку, надо подниматься наверх, поэтому тоже как бы так, я подошел первый раз такой,
это вроде алкоголь фри, но фри платно. Ну, неожиданно. И мы там пошли в горочку, пошли там, если вы, ну, там будете, как бы, посмотрите. Вот, как бы, удобно, но надо ходить много. То есть этот отель для здоровых людей. Тут надо ходить много ходить. Тут там, как мини-город, да, такой вот? Мы находимся как такой маленький город. Маленький город. Надо никуда, не за территорию идти. Тут, чтобы вот это все обойти, надо много времени. Ну, я скажу, как турист, мы покупки тут совершаем, пользуемся определенными услугами. Цены здесь приемлемые, на самом деле. Потому что вот мы тоже футболки купили там, ну, шопинг такой маломальский. Цены... Вот ехать там на Мабей, там, допустим, либо на Соха, ну, смысла нет. Мы даже вот не ездили, потому что здесь, ну, как бы... Такая же цена. Цены даже дешевле. Даже ниже. Даже в каких-то моментах дешевле. Я думал, что здесь будет дороже. Мне тоже ребята говорили, я да. Я думал, что здесь будет дороже, но здесь приемлемые цены, как бы, это вот... Нам фотосессию здесь сделали, кстати, Юля. Да, я уже всем похвастался. Нет, это Юля, вот друг наш... Нам делали фотосессию $40, представляете? Полностью фотосессия, и пост сделали вообще классный. Мы так довольны, вообще жена довольна, я доволен, вообще сказка. Ну, отлично. Для YouTube, Вячеслав Зобов. Такая ситуация, мы здесь гуляем, и ощущение, как будто бы вообще переехали в другую страну. Италию. Ну, как будто бы в Италии. Во-первых, много итальянцев, музыка итальянская. Сейчас что, наживаем? Песня, это музыка, да, сейчас? Сейчас просто музыка, фон идет. Ага. Там, видимо, шоу сейчас началось. Сейчас пойдем покажем, в общем, все. Все, в общем, у нас началось шоу. Сейчас покажем, что там происходит у нас. Значит, все отели, которые есть на территории, все приходят именно сюда. Будем смотреть, что дальше, да? Ну, сейчас вот должна быть пляжная вечеринка 23:30. Это там. Выбираете дату, допустим, сегодня 12 число, и смотрите, где расположение, главный пляж, там, допустим, вот растяжка, миски, утренний тренажерный зал, дартс, пожалуйста, танцевальная группа. Мы это реально все видели, здесь все работает. Строго по времени. Кстати, шоу было крутое, шоу как будто бы, классное. Ну, как будто бы Новый год, да, как будто бы. А это правда, а мы еще не были на Новый год здесь, а тут бы еще было бы круче. Ну, сейчас на пляж идем, посмотрим, что там будет. Ну, люди уже потихоньку разошлись, было приятно сидеть, и мы сидели на у нас бесплатный стол, а вот там несколько передних столов, буквально полметра от нас, и там уже за деньги, да? Ну, это диклап, они как бы диклап. Они депозит внесли и уже могут сидеть там, да, а мы чуть-чуть в стороне. Ну, мы ничего не потеряли. Да, разницы особой нет. Ну, говорят, типа, в сезон тут все занято, и, возможно, как бы это плюс. Ну, это сомнительный плюс. В общем, тут для них разные бонусы есть, и кто хочет, да? Да. Ну, может ими воспользоваться. Ну, интересно, в принципе, это я не говорю, что это плохо, там, это интересно. Кто, допустим, постоянно путешествует, есть время много, это плюс. Бар работает до 12 ночи, да, все нормально обслуживают. Ага. Все. Пиво, вино, в общем, $1. Угу. Информация какая? Вот, ребята, тут сколько баров? 6 у нас получается. Ну, 6, я уже даже со счета сбился. Суть не в том, вот все бары, которые есть,
если чаевые человек им дает, они не в карман, там, не сюда. У них бутылочки такие, они бутылочки все сбрасывают, и потом в конце дня эти бутылочки распаковывают там или как-то, и, в общем-то, ну, делят период, на всех там, там, да. Может, не каждый день, а там раз в неделю. Там собралась там сумма, они это все поделили, и все по-честному. Один бар, допустим, столько-то заработал, другой столько-то. Но все они стараются, и поровну на всех поделили весь гонорар. И поэтому все стараются, да. Все работают. Да. Вот мы сидим, сейчас пьем кофе, пиво, и да, идем, кофе, в общем-то, пиво, посмотрим, да. Что там на пляже. Всем привет, спасибо, да. Вячеслав, спасибо. Вот, спасибо, что так... Ну, повезло, что встретились, дали дополнительную информацию, очень важную. Я бы сам не разобрался бы. Ну, как нам повезло, даже слов нет. Еще сами не сразу заметили. Да, еще завтра, мы стартанем. Покажем два других ресторана, покажем другой риф, где считается получше. Ну, вообще, как бы то, что не успели, там тренажерный зал, тут, наверное, какой-то есть. Все, в общем, покажем. И спа зайдем туда, который отель со спа. Да, в общем, завтра будет супер первоклассная серия, поэтому обязательно смотрите. Всем привет. Да. Вячеслав, спасибо. Да. Спасибо. Зобов лучше. Да, спасибо вам. $1 стоил квадратный метр. $1 квадратный метр. Пустыня миллион. Была здесь, пустыня, ничего пустыня не было, да. В 1988 году. Да. Один миллион двести квадратных метров. То есть 1 200 000 долларов стоило. Здесь. Ну вот, и человек сделал сказку, да? Да, сказку сделал, молодец. Ему спасибо. Да, спасибо, и люди довольны. Я, кстати, вот с кем тут общаюсь, еще ни один человек не сказал, что я там очень расстроен, что сюда приехал. Все говорят, такого, все хорошо. А такого никого не найдет. Люди постоянно сюда ездят. А потому что я вот в Египте 6-й раз, я сказал жене Насте, говорю, я сюда вернусь по-любому. Вот это 100%. 100%. Мы в таком отеле побывали, в таком побывали. Да. Вот мы теперь в такой хотим. Да, мы возьмем Эльвизиру или престиж туда, вот куда-то вот уже. Сейчас мы разобрались, потому что мы сначала не понимали маленько, да, тоже. Да, представление отель было, что Домино – это один отель. Да, Домино. А когда мы попали сюда, мы удивились. Поэтому так, ну, сейчас пойдем туда. А итальянцы еще называют Домино. Домино. Да, все тут говорят Домино, а итальянцы сами Домино. Ну, сейчас нам напишут, что они правильно говорят. Домино. Все, что угодно, пусть пишут. Мы к этому спокойно. Мы находимся в Домино. Сейчас идем смотреть шоу-программу на пляже. На ней будем заканчивать как бы обзор вечерний этого чудо-отеля. Вот я представляю после этого отеля мне поехать еще потом сказка. Уни или подобное. Ой, нет, что-то такое. Никуда. Надо сейчас как-то Вячеслав, плавно. Оставайся, переходить. Пожалуйста, лучше там в Белависту переезжай или куда-нибудь здесь. Да, постепенно все мотели на недельку. Нет, оставайся лучше здесь. Оставайся с нами лучше, как это говорят. Песенка. Небольшой у нас перерыв между одним шоу и другим. Сейчас на пляже еще потом чуть позже пойдем. Я пока иду в номер, хочу собрать чуть-чуть ролик, чтобы меньше было делать. И пойдем потом на пляже, покажу еще шоу. Thank you.
спускаемся на с одной дискотеки, я еще одну тут пропустил, там пока файлы качал. Тут у нас на пляже совсем другая идет. Так, а вы были на фотосессии и остались очень довольны, да? Очень счастливы. Нам такие мышки подарили. Сделали вообще сказка. $40. Отлично. Вообще сказка. Итак, у нас после 23.00, в общем-то, открыли нам вход. Здесь была такая закрытая зона для определенных гостей отеля. И теперь она уже стала доступна для всех. В общем-то, зашли, играет музыка и можно потанцевать. Такая атмосфера интересная. Люди танцуют. Очень приятно находиться. И в общем, мы с большим удовольствием зашли сюда и в общем-то, посмотрели, что здесь происходит. Я по максимуму, в общем-то, что смог, показал, потому что время уже позднее. Сейчас надо пока скачать файлы, буду готовить на утро серию. И завтра у нас такой день, который мы хочется как можно больше показать, потому что территория большая. Разные рестораны хочу показать, поплавать, показать риф и тренажерный зал, и сал. Короче, по территории тут еще есть что показывать. Ну все, сейчас номер возвращаюсь. В номере я побивал практически всех комаров. Так что после меня, кто заселится, будут довольны. Как видите, Дима, опытный турагент, посоветовал вот именно аквамарин. Ну, по этой цене, что как бы и цена невысокая, и расположение хорошее, что... Я в таком месте, где все как бы рядом. Допустим, был бы Бела Виста, было бы иначе. Ну ничего, сок в номере тоже не в каждом отеле есть. Я просто помню, был Jazz Sharks Bay. Ну, по сравнению с этим отелем вообще не территория. Пляж на второй линии. Или на пятой какой-то, черт знает, куда ехать надо было. Питание, не знаю, наверное, хуже, чем здесь. Ну, плюс-минус, может быть. Завтрак там хороший был. Ну, короче, там нечего вообще, как бы, там ни пляжа, ничего хорошего. Здесь совсем другое дело. Поэтому до Мина можно ездить, мне, в общем-то... Мне понравилось, то есть, кто меня смотрит, турагенты, можете этот отель смело предлагать своим туристам, потому что реально там за эти деньги отличный вариант. Я, кстати, не всех комаров уничтожил, что-то там летает, чуть-чуть меня укусило. Буду на этом серию заканчивать. Огромное спасибо вам, что смотрите меня, что поддерживаете канал. Каждый день в 6 утра новая серия, стараюсь без пропуска. Ну и смотрю за тем, как вы смотрите, это меня мотивирует. Поэтому огромное всем спасибо. Пока.